Всем привет. Ты чё там, укладываешься спать? Так. Ты чё? А ну я не сплю, и ты не спишь. Там потом завтра сидят такие, блядь, мы не выспали. Ну всё, ребята, да давайте заканчивать. Всё, иди. Пиздец, никогда не... Ну я бы поставил, на самом деле, ещё минут 20 бы поиграл, и хорош. Ну типа, как скажете, я не тороплюсь. А чё тут ещё делать? А всё мы сделали, всё? Ну, да. Я улучшения собираюсь. Нет, как все? А что тут еще делать? Действительно, все, можно удалять игру. Нет, я говорю, а что еще делать-то? Ну, со слей. Ну, блядь, что еще нужно сделать сейчас? Так вот, намного чего. Грязные делишки. Не хочет ничего делать. Грязные делишки. Главное, что-нибудь не с бревнами. Потому что это долго. Ава. А ты восок вчера уснул. Че? Восок вчера уснул. Бочки с топливом. Ну, а я... Пошли со мной, мы что-то сказать, а я... А я думала, это круговорот грузов. А, это Женёк. Сделают. Круговорот грузов, это я везу. Тут вот надо взять 4 бочки с топливом и привезти в деревню на первый завод. Давай. Только ехать пиздец далеко. Две? Ты кому это? Куда? Это откуда? В завод. Кому? На чем? В машине. А ты где? Я рядом. А, я эвакуируюсь, да? Мы же все равно... Ну, чтобы да, остановиться. Да. Что там происходит? А, тогда ладно, Макс можно, я его люблю. Так, что, Макс, я сейчас... Я вертухаюсь. Серьезно, заявление. Мусорнулся, пацан. Ага. Почему? В смысле? Вот Коля опять все понял. Да я не шарю. Может, я уже в деда превращаюсь? Так ты же сам говорил. Ты изначально дед. Ты же сам говорил, что ты хочешь быть старым. Я этот, как его. Так, а куда едем? А, подожди. Жуж-дуж-жуж-жуж-жуж. Я возрастно-нейтральный. А, подожди. Да что у тебя там... Мы едем сейчас за бочками с топливом. Так, по-моему, такая серия уже есть. Ферма да, кстати, штуки 3, наверное. Что за станции их брать надо, блять, можно. Бля! Да бля! А нахуй бы эвакуировать? Чтоб починиться, заправиться. Так я и так могла. Ну ладно. Здорово, дети! Дети? Здорово, батя. Хотя, я хотел сказать дедди. Дедди. Эй, дедди. Куда ты лезешь? Там, бля, проход есть. Ну ты чё, блядь? Я за тобой. Да, блядь. Сука, быков набил, блядь, ездить не научился. Ну чё? Я бы каких быков? Борту. У меня нет быки. А, это быки. Бычара. А ну да. Ну, Тигр казался бычара, блядь. А может, ты тоже задачу дадим? Бери. Я спасение урожая. Ой, кто дальний пришел? А ты взяла Влада следить? Да, грязные делишки, да. Кстати, ой, я могу спороть хуйню, так что не обижайтесь. Спороть? Да мы уж поняли. Это ты только Мозес и все? Жень, угрозы пошли. Лучше поздно, чем никогда, да? Я не абьюзер. Бочки с топливом. Давай у Даши. Даш, он что, еще ебанул там? Нашел заначку. На водке нарвался, блядь. Бля, мать прятала, но я нашел. Ай-яй-яй. Она не слышит вас. Бля, интересно, почему? Ты уши сломал. Так, а куда мне? Я ищу, куда мне ехать. Так, ты смотри, куда нам поедешь? Надо. Завод, деревня, ферма. Ферма. Короче. Ну, на завод блядь, надо две. Нет. Блять, а почему вот завод рядом с деревней, но на завод надо две? Так нечестно. А, слушай. Давай я возьму три, а ты одну. Я уже. Ты отвезешь на. Ну, блять, две выкинешь одну. Ты поедешь на ферму, а я поеду на завод деревню. Может, могу уж три взять.
Я на ферму поеду. Я скажу, что я все-таки трезв. Ну, то... Нет, ты подожди. Да, ты на ферму поедешь. А я на завод в деревне. Я взял сейсмовибратор. Ух ты. Звучит интригующе. Тут задание разведочной догонять. Работы на сейсмическую активность. А ты в прошлый раз это выполнял, можно я попробую? Ну ты уж куда-то уехал. Ну, давай тогда следующую катку оставим. Ёбаный в рот. Мешают ну или работать. Дашь попробовать Влади, вибратор или Коля. Я не хочу, зачем? Все так говорят. Ну там механика интересная, игровая. Женя уже второй раз ее будет пользоваться. И как часто вы там с Женей? Вибрируем друг друга. Ну тут только сейсмовибраторы, как бы тут... Ну понятно. А с обычными не обойдешься. Это как постоянный переменный ток. Я пока не вижу, что ты делаешь. Одна хуйня. Бля, забор не знаю. Ну и ладно. Че, ну и ладно. Это забор просто задание, типа, одно из этих. Я маршрут строю. А ты назовешь серию «Пьяный Федя»? А надо? Выпил, за руль не садись, прям так назови. И там такой Федя за руль держится, такие глаза на выкате. Как этот, где про Мишу? Ой. Типа, да-да-да-да. Пассажир кричал водителю, подождите, как же я. А водитель был упорот и не понял нихуя. А в чем анекдот? Там картинка смешная. А. Там чувак похож на Митю, на Витю, блядь. На Мишу, блядь. Из группы Вани. Это, блядь, заразно. Из группы Вани? Ну, это, Уруева. Митилова? Митилова, блядь, Уруева. А, из в смысле Пасадены. Нашего? Да. Да, в смысле, да, из группы, в которой я состою. Ну, Миша From Hell. Я состою. Ты из другой группы состоишь теперь. Не, ну, блядь, получается так, да. А той группы, получается, уже никто не состоит. Нет, как бы нет, уже все, они заново. Да все. То есть там что секреты выдаешь на интернет, там есть, блядь. Да, кто бы ещё знал. Так, хуй пойми, когда это будет еще, типа. Ну. Еще больше инсайдов, давай. А, я же могу тут выехать. Какие еще инсайды интересные? Блять. Осознал. Все, сделал по пьяни опять. Да нет, я чуть не упал, блядь, это хуйня. Да, блядь, вот сейчас я нахуй как пиздану. Так, ладно, если тут все против, блядь, я сейсморазведку тогда не выполняю. Да. Мне все или... равно. Все против, видишь? Ладно. Ты Фёдор против. Все Фёдоры? Не, мне на самом деле все равно, я сейчас приду за груз и все хорошее. Спасибо. Мне надо сериальчик посмотреть. А мне книжечку прочитать. Вы смотрели «Фарго»? Да, недавно пересмотрели. Я не смотрел. Я второй сезон сейчас смотрю, бля, охуенно. Первый вообще пиздец, разъеб. Первый разъеб, а потом все, я больше ничего не смотрел. А, только первый сезон смотрел? Да, что там, потом идет все, ну, это, типа, старая история. Ну, второй сезон охуенный. Ну, я как-то этот... Не стал смотреть. Не стал смотреть, да, просто. Да вытащи ты эту буханку из этой жопы, блядь. А нахуй ты туда сунул? Она там была. Бля. Опа. Ты какаешь, что ли? Не, это я в игре в озере буханку застрял. Я что, ты на тебя проехал? В смысле? Стой, кто это едет? Это я. Привет. Дёрни меня. Блин, он кого-то ждал, блядь. Давай. Давай побыстрее. Дерни меня, по-моему. А что ты там делаешь? Ну, типа, ты застрял. Как там застрял? Что у него там застряло? В штанах что-то застряло? У кого? Да, дерни, конечно. Вот это мы не ожидали, ваши шутки пошли. Да не говори, не говори. Да. Слушай, ну после, блядь, да нет. После буханки, которая застряла в жопе. А чё ты не едешь? Дёрни. А как будет по-польски, если ты не... Ладно.
Чё? Бля! А дёрните кто-нибудь меня? А теперь кто? Влада, ты смотрела польскую партию? Нет. Постенку. Давай. Я еще день студента не скинул, блядь. Да, я что за день студента, я уже забыла. Помогите, пожалуйста. Увидишь, не забудешь. Я еду, вот. Давай. А ты далеко? Я прям быстро все привез, поэтому. А ты далеко. Ну я тоже все привез, видимо, я быстро проехал. А будет далеко, далеко. Вот ты там пока тыркнешь туда-сюда, может, получится. Да. Можно я за хлебом уйду? Только за сигаретами. За жидким. Че, спишь? Не спать? Я не абьюзер. Да не абьюзер я. Это вы все придумали слова иностранные вот эти. Пиздец. А поебальничку, да поебальничку, дам я гражданину начальничку. Чего? Сейчас все гражданин начальнички подохуели. Ай, блядь. Это Лёша закон. Хорошо. И Петя порядок. А есть Петя беспредел? Есть Петя беспредел. Лёша закон. Однажды написал величайший хит всех хитов. И он называется Нина. А это мы знаем. Ну, это Лёша закон, вот всё. Угу. Ой. Чё это я? А чё это я, блядь? А куда это я? А чё это ты? Ты чё? А я чё-то не туда поеду. А мне насрать, мне поебать. Люблю я водку, сука, жрать. Люблю бухать и баб ебать. Мне до пизды, да всё насрать. Да всё в пизду, да хули там. Да я всегда найду 100 грамм. Люблю бухать и баб ебать. Да мне вообще на всё насрать. Все могло. Помогите. Все могло бы сложиться иначе. Все могло бы сложиться не так. Все могло бы сложиться иначе, а сложилось все, сука, вот так. Да, Колян где-то едет. А, но он близко и быстро. Ой, я вижу свет в конце туннеля. Наверное, это он. Нет, это просто болото тебя затягивает. Бля. Уже по шею, походу. О-о-о, вижу, вижу. А, вот. О, нихуя! Я дудунула. И болото уехало, да? И можно ехать теперь. Нет, тут вороны закаркали. Недовольные. А я не Пушкин, не Круг. Я отморозок, бык и гад. Я ненавижу белый свет. И только в утке хули рад. Я не Пушкин, и не Круг. Хотя я тоже не гандон, я не читаю сраных книг. Я по ночам иду на взлом. Я всех построю, я всех зарою. Я а ты куда? Бычара. Я думал, ты мне назад тянешь. Бля, я быкую, быкую, сука. Тебе же вперед надо. Ну да, просто там, по-моему, камень прям передо мной. Я хер проеду. Бык от мороза. Что он повернет сейчас? Да он не прям перед тобой. Да, там нормальный камень. Сейчас дернусь. Хороший пес. Ну, это так. Допустим, да. Вот. Спасибо. Фундаментальный вопрос. Ферму, мне как лучше попасть, интересно. Куда? В эту ферму, блядь, как мне лучше заехать? Ну, я вот по большой дороге еду. Там вон чуть-чуть проехать вперед, и дальше асфальт. Это да, а дальше? По асфальту? А, ну вот, ну вон по этому самому. Спускаешься по дороге. По дальней или по ближней? По дальней у меня. Ну, просто она больше. Где фермерский заплыв? Угу. Ну, она как будто больше доверия вызывает. Хотя, кто знает, я не верю.
Она просто больше. Поехали к нам лучше по другой дороге. Во-первых, ой, здрасте. Федор? Да, и Федор уже. Вроде так. Пропустить. Я опять нет, застряла. Я где проеду, блядь. Ты за что застряла? На Татре? Да, что-то она... Да, а пониженную включила? Нет. Подожди! Иди за тот конец, хочу. Купил я бабе новый умывальник. Подарок на 8 марта ей. Она паскуда, да. Красотой ебальник в манере старых питерских людей. Опа. Это свинина. Нахуй я женился на тебе. Я не хочу, я в стоп не хочу. Газ-версия, пацаны. Газ-версия? Газ-пиздина. Газ-лайт-версия. Да блядь, что я... Ща въебу тебе, корова, говно. Ты давно заждалась пиздюлей. А ведь раньше нальет, без базара дает. Ну и я дурак, ты не все на ней. Лирикс версия. А сейчас ток жиреет, ебаная тварь. А нет, а сейчас только жрет, ебаная тварь. И жиреет только день ото дню. И когда ее ебешь, нихуя не поймешь, что ли бабу ебешь, что свинью. Нина, Нина, падаль, бля, свинина, нахуй я женился на тебе. Как будто сенатор поет. Сенатор? Какой сенатор? Кто это? Сенатор. Слышь, снимай. А, сенатор! Я думала, сенатор. Какой сенатор еще? Это я знаю. Спи, спи, и говнился. Спи, спи. У меня это... Ну что, едешь? Ну тут вроде да, бля. Ну вроде нет. Отельник кубнут пастер, но я люблю болбастинг. Обвиняю по яйцам и вперед. А я люблю, когда в паху все превращается в вонючую труху. Мне наеблю поебать. А с... О, я хотела... Люблю а. Яйца между дверью зажимать. Да, какая разница, ладно. Да вот, да. Это же есть таблетка, у меня есть таблетка. Да. А то все равно будет. Когда бухаю в баре, на верзилу налетаю. И слюною смачную плюю. Он точно думает, что тут уже ехать? Да, я думаю, да. Там болотистое место, ехать долго. Ну ладно. А там и жилье он ездит. А что от его ударов только кайф ловлю. Там, где там? Влада, я нашел тебе новую тачку. Такой? Довольно миленькую и маленькую. Где? Дэйс. Лифан, знаете? А ты куда поехала? Нет, сказал миленькую и уродливую китайскую. Ты чё, охуел? Это моя любимая. Да, в смысле, мини-купер лучше. Ну нихуя ты, блядь, конечно, лучше. Ну а почему ты мини-купер не хочешь? Так на что стоит 10 раз дороже, блядь. Так, блядь, а чё думать, мечтать о том, что подешевле или чём-то подороже? Всё равно не того не знаю, чё она. Тоже красиво, мне нравится, как она выглядит. Ну я ей вообще тоже говорил 100 раз, но вам чё-то... Как будто я сейчас иду в магазин за машиной покупать. Вот у меня тут выбор, Лифан Смайли или Мини Купер. Чё купить? Ладно, ладно, а, ладно, что к тебе? Всё закрыто. Чё, где? В магазины. Какие магазины? Ну сколько Мини Купер? За миллион, мне кажется, можно Мини Купер купить. Чё тебе, что-то открыть надо или чё? Я не поняла. Ничего не надо, магазин закрыт, куда собралась-то? Что ты опутаешь? В смысле? У нас открыт.
Закрой. Блять, сходи, купи мини-купер и посмотри заодно ли. И пиво себе купи. Не надо. Нет, купи себе пиво и мини-купер на сдачу. Да. Если сдачу. На сдачу только лифан. Купи вот он тебе много возьмет. Ты чё там? Да, ты где? О, пошла лавьюз, блять. Подожди, я сниму. Ты там, блять. Сказал. Чё там? Да вы чё все перестраиваете? Я не так сказал. Я так сказал... и сказал, твоя интонация. Не, ты не, не. Не. Я просто удивлен. Да похуй он сейчас эту хуйню. Ты не понял? Блять! Нет! Чё делать? Пиздец! Скажи им, что я тебя не бью. Ладно. Сегодня нет. Как же я все так-то? Все очень плохо. Я тебя не... В смысле? Я не пытался. Я тебя буду. Бля, самое тупое, что... Бочки выпали. Может, выпали. Хоть одни бочки остались? Одни остались. Ой. А, подожди, подожди. А, я же одни должна привезти, или нет? Да, 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 одни. Только я как бы мне тебя тут за спичком, блядь, поднять. Вот так, цепляйся за жопу. А я не могу. Точно. Что это происходит? Блядь, я заглушился. Бля, может и вторые тоже выпадут. А почему графика не отличается, что на ноутбуке, что на моем компьютере? Игра же одна. И так красиво, нихуя себе здесь вертухается. Сузик. Бля. Бля, сука. У нас проблемы, Хьюстон. Бля. Влада упала в таком, блядь, месте, в котором нахуй лучше было бы не падать, конечно. Ну, блядь, упасть в любом месте, в принципе, не падать. Бля, был бы у меня экран. Бля, и походу... А чё у меня машина колыхается? Ты смотри, чё она, у неё сердце бьётся. Нееет! Ну, дождись меня. Бля, ребят, ну давайте задание закончим и типа спать. Так мы все вроде собираемся. Да, может тебя как-то, блядь, с горы подпихнуть? Может. Посиди со мной. Поговори со мной. Гитара семиструнная. Прям в бочке, если. Все бах, как выпьем за Мур. Что у меня с машины? Почему она колыхается? А спой Мур. Я-то уехал, ничего. Я не знаю такую песню. Царь горы. У Высоцкого Мур. Я у Высоцкого знаю две песни. А выпьем за тех, кто в Муре. В Муре. Мур. Так, а чё ты остановился? Давай. Московский уголовный розыск. Ой! О, та самая песня, всё ещё не знаю. Бля, скрин это, Влада, это просто пиздец. Упаковывай груз. Можешь упаковывать? А, точно. Да. Только не упасть. А ты зацепись за дерево за какое-нибудь. Всё, я еду. Со мной, блядь. Бля, вы бы это видели, нахуй, это просто пиздец. Так, просто сек. А зачем мне тут цепляться? Тут ёлки слабые. Вот за ёлку хотя бы зацепись, потому что я буду тебя слазить и переверну. Давай, зацепилась. Ну надо было боком зацепляться, а не передом, блин. Да боком зацепись, бортом за вот эту ёлку, вот она прям сбоку от тебя. Не дави на меня. Так. Вот, да. И тяни на себя. Так сейчас ёлка вон падает, видишь, что? Ёлки вот слабые. Вот и тяни, я не вижу. Тяни. Ну смотри на ёлку. Хуяк и всё. Да вот так вот. Почему у меня звуки пропадают? Как единственное, что я наш перегреваются динамики. Ну что такое? Че не едет-то? Чаще застрял просто. Ну, я стою. А сколько времени, собственно? Нихуя себе, опять я не высплюсь. А, бочки остались лежать там.
Тебе это похуй. Куда еду нахуй, не понятно. Еду я. Реки, степи. Все, Влада, можешь запирать автомобиль. Угу. Блять, он бедненький. Сейчас тебе скриншот скину. Блять, как я заехал, хуево. Скинул в девочке охоту. Так, а нам там сколько в деревню приехать еще? Вроде недолго. Скинул, смотри. А, вот, что, ворот. Если машину привез, можешь забирать. Новый поворот. И мотор. Сейчас. Что он нам несет? Блять, хорошо, что остались эти бочки. Так. Сейчас. Блять. Ты едешь? Что-то встало. В Дискорде машину посмотреть. А ты не на тормозах ли ручных вообще, кстати? Че? Не на ручном тормозе? На ручном сейчас. А че? А до этого тоже было на ручном тормозе? А то я тебя тянул, так тяжело тянул, с кого-то то ли ты вообще не ехал, то ли назад крутила, то ли на ручном тормозе было. Нет. На ножном. Ебо, реально бедная машинка. Ну смешно, да? Такая расплющенная, бедняга. Вот тебе понравится на ней кататься, она очень проходимая. А, это что? Кузик. Так, я еду. Блин, а куда? Еще типа я успею задание выполнить? Нет, все. Нет, все. Ладно. А нам еще долго ехать? Да не, мы приехали. Где-то тут будет деревня сейчас. Только не перевернись, пожалуйста, Влада, ты будешь к нему. Я очень кто кого там ебёт, я не знаю. По-моему, Фёдора. Они поменялись. Ебут. Что же такое? Меня избивают. Ой, блёх. Абьюзер? Ну. Врубил свою хуйню. Ой, тут в лесу грибы растут. Мухоморы? Ты сама ударилась. Ну чё, бля, сама ударилась. Белая ножка и коричневая шляпка. Ого, нихера, чё так дымлю белым, блядь? Чё случилось? Чё? Ты видишь, дым у меня белый валит. Ёси. Всё, масло Колян, походу, мотор. Сизый дым, да-да-да. Походу, пиздец. Да. Такого чёрный всегда было, это какой-то белый. Странно-то. Так, Вон. Я, конечно, а мы что, вот тут бочки могли взять? Смотри, вон написано. Колхоз комиссара Квашина. Блять, не знаю. Вон, смотри, сбоку, справа. Тебе дальше надо ехать. Это я поняла. Бочки. Так это бочки без топлива, это просто бочки. Что? Квашнина. Как Нина, только Квашнина. Квашнина. Пиздец. Зачем ты так себя ударила? Понятно. Ебать! Телега улетела! Бля! Бля, вы где там вообще тусите? В деревне. Я вообще, блядь. Пиздец. Ты вообще что? Я вот не выйду отсюда. За тех, кто в муре, никто не бьет. Ура! 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 Бля, вы бы видели, как я Владу спасал, блядь, если это будет на видео. Нет. Все, рекламируемся и уходим. Трудись во благо советского народа. Все. Ты убил дьявола, ты убил гольфиста, ты убил японского анониста, ты убил эту дверцу. Это чё, Оксимирон? Нет, это пуп. Пуч? Пупы. Это пупы. И лупы. Всем пока.